Итак, 23 марта 2023 год. Вот Сережа уже рассада баклажана готова. Вот такой вот корень. А ну давай еще какой-нибудь достанем, Сереж. Сейчас достанем. Такой вот корень. Подальше берем. Сергей говорит, что не хочет больше пикировку делать. Вот такой вот корень. Не хочет больше пикировку делать в землю. Я так думаю, наверное, потому что в земле все-таки плотность выше. С поливом проблема. И корень развивается не так, как в торфе. Из-за этого? Нет, с поливом проблема. Постоянно корень мокрый. Постоянно мокрый. В торфе полил, лучше через 3 дня еще раз полить. А в земле низ, не, он, вверх треснул, а внизу грязь. Естественно, он и питается по-другому, если, ну, да, он в торфе. Естественно. Да. Но в целях экономии все равно делаем. Перчик интереснее. Баклажан уже готов к высадке. Сереж, сколько он уже находится в рассаде? 19, в рассаде, я не помню. Посеял ты его когда? 19 или 18 января. Да. Сегодня, ну, 60 дней, короче, да, говоря. Да, все, высаживаемся. 60 дней. Вот он, перец. Red Knight. Ну, тоже корневая уже сформирована. Ну, тут послабее чуть корневая. У Ариадны получше корневая. Это Red Knight. Ты же его тоже будешь до настоящего листа, да, Сереж? Заглублять. Так, это Red Knight, а это Ариадны. Нифига себе. Я тебе сразу сказал, Ариадны получше корневая. Да, Ариадны посерьезнее. Хотя все одинаково, да, Сереж? Да, да, да. Но он и рос как-то так, Ариадны поинтереснее. А то каптур. Каптур. Достать? Да нет. Пойдем посмотрим на огурец. Пинк ID. На досадку в 96-й кассете. 64-й, да, 64-й. 54-й. 54-й это? А этот тоже, да, короче говоря? Не, ну он подровнялся, Серег. Ну да. Ну, схоже, здесь, конечно, похуже. Это то, что осталось, да, Сереж, ты досаживал? Али, есть еще эти сорта? По-моему, нет. По-моему, в Мэйшуай тоже он есть. Надо открыть лес, проветрить чуть-чуть. Серег, тут пипец рук. Надо хоть 15, хоть 10 минут попроветривай. Сунь руку. Я чувствую вот здесь. Открывай там, дал пасынки? Угу. Вон Олеся рвет. А корни дал? Ну это влажность высокая. Ну да. А так нравится тебе, да? Ну все, пошел. И мне нравится так. Пошел. Пошел, он везде пошел, здесь пошел, здесь пошел настоящий, ну, лист. Корни тоже вот эти рвем. Ну, естественно. Но они прут, Серег, из-за влажности. Но он везде стартанул, посмотри. Везде стартанул. Так, это вот привитый мне огурец. Мне прям нравится. Ну да. Ну только вот это вот мне не нравится. Ну, оно скоро прекратится. Ну да, сейчас оборвем и прекратится. Вот она сейчас должна помидором заниматься, а мы их сейчас обрываем. Ну, не будет. Ну давай посмотрим. Да. Охереть. Это еще маленький, кстати, вот на том, который остатки тыквы не привиты. Там это вообще... сколько дней прошло у нас? Когда прививали? Ну, неделю. На той неделе. На той неделе, да. Ну, грубо говоря, неделя. Неделя, да, есть. Охренеть. Ну, у нас теплица еще не готова, поэтому мы никуда не торопимся. Самое главное, уже начал чуть-чуть это хлорозить, все, даже все, уже все. Начинает. Нет, видишь? Ну и все, вышел один настоящий, второй настоящий все, уже нет, ну, пускай этот. Везде. Сейчас вот эти пасынки убрать, и он стартанет прям хорошо. И сразу поливаем уже. Пошли посмотрим. Смотри, точка роста пошла везде. И жарко, здесь... жарко. Не, ну здесь не так, как там. Там вообще был пипец. Наташ, ну сходи там еще, открой где-нибудь, пускай чуть проветрится. Так, привет. Может, до конца открой, Наташ. Может быть, Олеся, там...